Для него следует запустить уже линейную регрессию с предикторами из первой модели. Что же, запускаем. Зависимая переменная. Теперь частота. Предикторами выступают семейные положения, первое и третье, и пятое материальное положение. Образование, второе, третье, четвертое. Должность, первая, вторая, четвертая, пятая, шестая, то есть кроме третьей. Третья и пятая административная округа. Первая и четвертая удаленность от центра. Метод можно оставить Enter, поскольку мы уже опять же знаем, что эта модель рабочая. И попросим сохранить сказанные значения, нестандартизованные. Итак, получили результат. Действительно, r квадрат 0,6. И самое интересное, находим 24-го респондента. Смотрим. Он должен был бы, или она, здесь у нас пол не указан. Среди переменных. Итак, 85,30 раза в год. Смотрим на реальную величину. Восемьдесят четыре. В общем-то, отклонение совсем незначительное. Итак, действительно, регрессия с фильтром позволяет прогнозировать с большей точностью, чем привычная регрессия, позволяет прогнозировать